Делегация Якутии участвует в Международном инвестиционном форуме в Сочи. Представительство республики возглавляет руководитель региона Егор Борисов. Форум уже посетил премьер-министр России Дмитрий Медведев. В Сочи станут известны результаты всероссийского конкурса лучших практик и инициатив социально-экономического развития в субъектах страны. Напомним, по итогам заседания экспертного жюри, общереспубликанское движение «Добрых дел. Моя Якутия в 21 веке» попало в шорт-лист номинации «Эффективное бюджетирование». Мы очень надеемся, что наш проект выиграет, и глава республики Саха-Якутия Егор Иванович Борисов будет представлять этот проект на этом конкурсе. Заседание нынешнего сочинского форума имеет название «Новые практики госуправления, новые точки роста». И это связано прежде всего с тем, что наша страна за последние годы испытывает достаточно серьезные экономические санкции. И в этой связи нам необходимо обратить внимание на рост внутренней экономики, рост внутреннего производства. И я думаю, что и для Республики Саха-Якутия это достаточно актуальная проблема.